Здравствуйте! В эфире МТВ «Народный календарь», в студии Алексей Ячевский. Сейчас я расскажу вам о народных приметах, обычаях и, конечно же, праздниках. Сегодня отмечается День Трифона и Пелагеи. Ну а православная церковь вспоминает двух святых – Трифона Вятского и Пелагею Антиохийскую. Трифон посвятил себя иноческой жизни. Когда преподобный был уже близок к смерти, к нему явился святитель Николай в сопровождении ангела, исцелившего святого и наградившего его даром чудотворения. Пелагея Антиохийская отличалась необыкновенной красотой и до принятия христианства вела распутный образ жизни. Была танцовщицей и блудницей. Однажды епископ Нон, пораженный ее бесстыдством, всю ночь молился о спасении ее души. А на следующее утро неведомая сила привела Пелагею в храм. Богослужение и проповедь так поразили девушку, что она пришла в ужас от того, насколько грешна была ее жизнь, и обратилась к епископу Нону с просьбой крестить ее. Став христианкой, Пелагея раздала все свое имущество нищим и под видом юноши приняла монашеский постриг. Никто не догадывался о том, что она женщина до самой ее смерти. С сегодняшнего дня приближение зимы становилось все более ощутимым. Люди по этому поводу говорили: «С Трифона Пелагеи все холоднее». Поэтому наши предки заранее готовились к холодам. Хозяйки в этот день доставали зимнюю одежду и смотрели, не требует ли она срочной починки. Трифон шубу чинит, Пелагея рукавицы шьет. В этот день в старину хозяева опускали на дно рек бочки с засоленными на зиму огурцами и капустой, что считалось удачным изобретением, так как подо льдом в воде продукты не портились, но и не замерзали. По народным приметам, если 21 октября голубь начал прятать ножку в перья, жди похолодания. Если береза не все листья сбросила, то снег придет поздно. Луна в кругах виднеется, этой ночью жди тумана и беды. Сегодня запрещается разговаривать по пустякам. Нельзя разговаривать с незнакомыми людьми и сплетничать с родственниками. Запрещается сквернословить, оскорблять кого-либо, конфликтовать. Негативно мыслить тоже не следует. Запрещается лениться, иначе можно пострадать. Еще в этот день наши предки никогда не рубили старые деревья. Особенно те, которые скрипят и потрескивают на ветру. А у сосен и елей в этот день даже ветки ломать запрещено. На Руси верили, что в таких деревьях живут души людей, умерших не своей смертью, и тех, кто наложил на себя руки. Также 21 октября нельзя надевать теплые вещи, не приведя их в порядок, иначе до весны вас будут преследовать проблемы. Ну а сейчас, по традиции, в конце выпуска поздравим наших дорогих именинников. Василий, Виктор, Владимир, Дмитрий, Елизавета, Иван, Мария, Надежда, Николай, Павел, Пахом, Пелагея, Петр, Серафим, Таисия, Татьяна, Трифон. От всей души поздравляем вас! На этом у меня все. Желаю вам хорошего дня. И помните, только на МТВ, несмотря на приметы и прогнозы синоптиков, всегда хорошая погода. Оставайтесь с нами и не переключайтесь. До новых встреч. Пока-пока.